Всем здорово, с вами Ништярик, и продолжаем проходить игру GTA San Andreas. Миссия возле самого казино. Четыре дракона. И надо нам найти в этой миссии Пола и Макера. Но они находятся достаточно далеко, в пустынной местности. В общем, долгая поездочка будет. Приехали, наконец-таки. Вот, ну, вот они лежат, ждут. Так, пропустим заставку. Нам нужно найти с четырьмя местами машину. Ну, вот я как раз и выбрал эту машину такси. Ну как, именно ее? Ну, так получилось. Ну, в общем, в самом начале игры видели. То есть видео, в самом начале видео игры. So where's the rest of the band, guys? Так, все, приехали. Here we are. Look familiar. Looks just like... Так, звезда преступления появилась, и полицейские приехали уже. Давайте быстрее садитесь в машину, и надо валить Лас-Вентурас в казино. Забыл. Другое казино, в общем, не 4 дракона, а другое. Точно, казино Калигула, только что он сказал. Так, вот и все, подъезжаем к казино Калигула, и миссия на этом закончится. Все. Там Розенберг лежал. Так. Через время мне должны вроде позвонить, и появиться должна быть миссия вот около казино Калигула. Но я пока что на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.